Нет, я не помогал, я был рядом. Она стояла рядом с чемоданами? Что, коляска? Нет, женщина. Вот это я не помню. По-моему, там лежали какие-то чемоданы. Но про чемоданы я точно не помню. Я запомнил коляску, потому что из нее выпали какие-то вещи, и этот господин собрал их и перенес к противоположному тротуару. Угу. Зачем? А там было безопаснее. И пожарные стояли на нашей стороне. А пожарные шланги. Они могли погубить эту коляску. Тогда ребенку негде было бы спать. А так женщина устроила потом эту коляску в бомбоубежище, и он там спал. Я видел. Ну, спасибо, вы нам очень помогли. Вы свободны. Ходите. Ходите. Всех освободить. Там есть еще пожилой, он тоже может подтвердить. Ладно, хватит. А почему не пригласили тех, кто был в первом оцеплении, когда меня завернули? Потому что все разъяснилось. Битнер, вам все точно подтвердили? Да, группенфюрер. Показания Хельвига, который в тот день распределял наряды и контактировался со службой уличного движения, уже доставлены. Все свободны. Штирлиц. А вас я попрошу остаться еще на одну минуту.